Самойлов! Я же просил тихо, я тебя убью! Давай в дом! Самойлов, там посмотри. Открывай. Вы Наполеон? Где Наполеон? Мертв. Я тебе дам, мертв. Где твой император? Самойлов, что там? Зараза! Ваше благородие! Ваше благородие! Живы! А? Вот, Самойлов, держи. Поймал ты своего Наполеона. Уходим. Слушаюсь. Самойлов! Говорил, давай ближе коней привяжем. В войсках русской армии был распространен словесный портрет Наполеона. Адмирал Чичагов приказывал: для вящей надежности ловить и привозить ко мне всех малорослых. Что там такое? Партизаны, сир. Проклятая страна. Партизаны и казаки мечтали поймать врага рода человеческого, устраивая засады и совершая налеты на французские части. Как и все его солдаты, Наполеон мечтал сейчас об одном – уйти из России живым. Года на реке Березине русские войска добивали остатки французской армии императора Наполеона. Всего несколько месяцев назад полумиллионное войско захватчиков пересекло границу Российской империи. Теперь по двум мостам бежали те из них, кто не погиб в сражениях, не умер от холода, голода и партизанской пули. Так заканчивалась Отечественная война 1812 года. До полного изгнания врага с русской земли оставались считанные дни. Казалось, еще немного, и русские солдаты победителями вернутся домой. Повелитель всей Европы, величайший из полководцев, не проигравший доселе ни одной военной кампании, пытался понять, как и когда произошла эта катастрофа. Куда девалась его армия, величайшая из когда-либо созданных? Полмиллиона солдат выделил Наполеон для ведения войны с Россией. 400 тысяч человек перешло Неман летом 1812 года. Из них до Смоленска дошли 185 тысяч, до Бородинского поля – 140. Лишь 95 тысяч вступило в Москву. После бегства из Москвы перед Березиной Наполеон еще имел около 40 тысяч человек. А всего через три дня после переправы в строю числилось 9 тысяч боеспособных солдат. Просторы России поглотили великую армию, словно ее никогда не существовало. Солдаты его армии, офицеры и даже маршалы понимали, что это конец. Конец кампании, конец войны. А возможно, и конец великого Наполеона. Но сам император думал иначе. Je laisse au commandement l'armée du roi du Naples. C'est à vous, я передаю командование армией королю неаполитанскому. La poursuite. То есть вам, мой друг. La lutte.
Несисит. Продолжение борьбы требует моего срочного отбытия в Париж. Для формирования новых войск. А что же армия? Il est nécessaire de retirer les troupes. Нужно увести войска за Неман. Но, сир, без императора. La compagnie perdue. Компания проиграна, Мюрат. La compagnie perdue. Проиграна. Mais pas la Но не проиграна война. Là-bas, Paris. Je vais rassembler. Там, в Париже. Я соберу новую армию. И мы вернемся. Мы еще вернемся. Через два дня в городке Сморгонь Наполеон попрощался со своими маршалами. Впервые он покидал их таким способом – тайно, без победных речей и торжественной музыки. Вперед! Вскоре маршал Мюрат бросил войска, передав командование Евгению Багарне, и бежал вслед за императором. В эти дни, пожалуй, лишь два человека не сомневались в Наполеоне – сам французский император и его главный враг – русский царь Александр I. Он бросил армию на произвол судьбы. Александр, лично знавший Бонапарта, понимал, что пока тот не убит или не взят в плен, война в Европе не прекратится. С полумиллионной армией или с тысячей солдат, с дивизией или батальоном Наполеон будет сражаться до конца. И Александр готовился к новой битве. Голодные, оборванные, озверевшие от голода и холода захватчики вымещали зло на местных жителях и пленных. В своих воспоминаниях адъютант Наполеона генерал Филипп Поль де Сигюр рассказывал о жуткой сцене массового убийства пленных русских в районе Гжатска. Вечером императорская колонна приближалась к Гжатску. Она была изумлена, встретив на своем пути только что убитых русских. У каждого из них была совершенно одинаково разбита голова, и окровавленный мозг был разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шло 2000 русских пленных, и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки. Калинкур вышел из себя и воскликнул: «Что за бесчеловечная жестокость? Так вот та цивилизация, которую мы несли в Россию. Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве не на ком будет ему жестоко мстить?» Наполеон хранил мрачное молчание, но на следующий день убийства прекратились. Ограничивались тем, что обрекали этих несчастных умирать с голоду за оградами, куда их загоняли на ночь, словно скот. Без сомнения, это было варварство. Но что же было делать? Произвести обмен пленных? Неприятель не соглашался на это. Выпустить их на свободу? Они стали бы рассказывать о нашем бедственном положении и, присоединившись к своим, яростно бросились бы за нами. Факт расстрела русских пленных подтверждает Генрих Уильям фон Росс, главный хирург 3-го Вюртембергского конно-егерского полка 2-го кавалерийского корпуса. Нам бросилось в глаза, что здесь, посреди дороги, на некотором расстоянии друг от друга, попадались отдельные свежие трупы русских солдат, которые, по всем данным, убиты были незадолго выстрелом в голову. Мы не могли объяснить себе этого странного обстоятельства, но в Гжатске узнали, что в императорском обозе также находится отряд русских пленных. Как обоз, так и пленных эскортируют баденские гренадеры, которым отдан строгий и жесткий приказ немедленно убивать всякого пленника, если он утомится и не в состоянии будет идти дальше. 14 декабря 2013 года в Гагарине, бывшем Гжатске, силами Русского военного исторического общества состоялось открытие памятного знака и часовни, посвященных памяти 2000 русских воинов,
убиенных в плену наполеоновской армии в октябре 1812 года в районе Гжатска. Восьмого ноября 1812 года русская армия входила в Вильно. Вскоре туда прибыл и главнокомандующий, но население города встречало Кутузова и его войска без особой радости. Пригласи ко мне Ермолова, голубчик. Да прикажи чаю. Пять месяцев назад жители Вильно приветствовали Наполеона и его армию в надежде, что французский император восстановит польское королевство. Именно отсюда Наполеон двинул свои полки к Москве. Теперь на улицах горели огромные костры, пламя которых поглощало трупы павших лошадей и французских солдат, умерших от голода, мороза и болезней. Кутузова куда больше интересовало состояние его войск. Сотни верст в боях, холоде и голоде привели в плачевное состояние и русскую армию. Из 100 тысяч ее солдат до Вильно дошли немногим более 30 тысяч. Заходи, братец. Из 600 пушек осталось 200. Госпитали были переполнены ранеными и обмороженными. Не хватало продуктов и корма для лошадей. Кутузов Михаил Илларионович, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, стал главнокомандующим русской армии в разгар войны летом 1812 года. После Бородинского сражения и оставления Москвы вынудил Наполеона отступать по разоренной Смоленской дороге под фланговыми ударами русских войск и партизанских отрядов. Благодаря этому французская армия была полностью уничтожена, причем с минимальными потерями со стороны русских. Кутузова часто критиковали за нежелание действовать более решительно и предпочтение иметь верную победу, а не громкую славу. Характерно, что Наполеон, который любил презрительно отзываться о полководцах противника, избегал давать оценку Кутузову, виня в гибели своей армии только русскую зиму. Ваша светлость. Ермолов Алексей Петрович, генерал-лейтенант. Участник военных кампаний против наполеоновской Франции. Героически проявил себя в Бородинском сражении и в бою под Малоярославцем. Был ярым противником генералов иностранного происхождения в русском генеральном штабе и их стратегических планов. Настаивал на более решительных действиях и требовал незамедлительного продолжения войны в Европе. Прикажи своему другу Платову, чтобы Наков нашел. Да распорядись по войскам. Государь, думаю, скоро прибудет. Встретить надобно. Ваша светлость, а как же наступление? Все хочешь Наполеона в плен взять? Его чай уже давно и след простыл. Я полагаю, он новую армию собирает. И поверь моему слову, соберет. А у нас треть всего войска. Может, оно... Наполеону 100 тысяч человек. Тьфу! А нам с тобою так. Солдатами разбрасываться не пристало. Передышка нужна, передышка. А то ведь...
Ваша светлость, так ведь и французу передышка будет. Знаешь, что будет? Когда на Париж пойдем через Австрию и Пруссию, кто нам поможет? Пруссаки-то австрияки. Ты сам их лучше меня знаешь. Они сегодня с Наполеоном союзники, а завтра с нами. Дружить будут. А как Бонапарт силу опять возьмет, с кем они будут? Предадут нас, как и раньше предавали. Ваша светлость, я немца тоже не люблю. Ни того, что в наших штабах, ни того, что в Пруссии. Но если мы сейчас Наполеона не достанем, война еще года на два затянется. А коли мы, сломя голову, в Европу бросимся, то через 3 года опять перед Бородино стоять будем. Я русский солдат. И мне до Европы нет дела. Пускай этим государь занимается. Ступай, братец. Как прикажете, ваша светлость. Алексей Петрович. Думаешь, стар Кутузов, да труслив? Ну что вы, ваша светлость? Случись. Мы с союзниками дойдем до Парижа, да Бонапарта посадим в клетку. Сотни тысяч положим. Сил тогда ни у кого не будет, ни у австрийцев, ни у французов. Вот тут-то и появятся истинные победители. Они нас орденами своими наградят, да назад в Москву испровадят, а сами станут Европой управлять. Те самые, которые сейчас только золотом воюют. Ну, это дело государева. Прощай, голубчик. Про Ковна не забудь. Император ехал в расположение своих войск, зная, что Наполеон вырвался из кольца и бежал во Францию. Александр ни на секунду не сомневался, что его злейший враг не прекратит борьбу, и новая война — лишь вопрос времени. Знал император и о потерях в армии, и о бедственном положении войск и страны. Но чтобы не допустить нового нашествия, нужно было завершить начатое в России. Победить Наполеона следовало именно сейчас. Дорога до Вильна занимала 4 дня. 4 дня, чтобы еще раз обдумать план новой войны. Войны, которая должна была раз и навсегда покончить с Наполеоном. К 1811 году Французская империя с захваченными государствами имела 71 миллион человек населения из 172 миллионов, населявших всю Европу. Несмотря на поражение в России и гибель Великой армии, под властью Наполеона оставались крупнейшие страны Европы – Австрия, Пруссия, Италия, Голландия, германские государства. В городах все еще стояли гарнизоны французов и их союзников. Австрийские и прусские части продолжали сражаться против русской армии. Дороги, склады продовольствия и порты Европы были защищены мощными вражескими крепостями. Лишь Испания не сдавалась Наполеону.
Пятый год здесь шла война, которую испанцы вели против захватчиков. Англия ограничилась отправкой в Испанию небольшой десантной армии. Англичане участвовали в войне лишь тем, что выделяли денежные суды странам, воюющим против Франции. В своей борьбе с Наполеоном Россия, по сути, оставалась одна. Александр знал все это, но ехал в армию полной решимости победить. В это время в войска ехал еще один человек, которого знала вся русская армия. Гляди, видишь посты? Нет. Да вон, у сани. Человек долга и чести, несправедливо обвиненный в трусости и измене. Человек большого мужества, которое ему пришлось проявить не только в боях, но и в неправых гонениях. Человек, усилиями которого была спасена русская армия в первые месяцы войны, возвращался на русскую службу. Барклай де Толли Михаил Богданович, генерал-фельдмаршал. В начале войны командовал первой русской армией. Проводил в жизнь идею стратегического отступления для сохранения армии. Был несправедливо обвинен в трусости и измене. После Бородинского сражения получил отпуск по болезни, покинул войска, но продолжал терпеть оскорбления в свой адрес. В Калуге в его доме выбили окна. На приеме в Зимнем дворце с ним никто не здоровался. Однако вскоре он получил письмо от императора Александра, который признал правильность его действий, а его стратегическая линия была продолжена Кутузовым. 11 декабря в Вильно прибыл русский император. За победоносное завершение Отечественной войны, изгнание захватчика с русских земель, командующий русской армией Михаил Илларионович Кутузов был награжден орденом Святого Георгия первой степени. Императорский военный орден святого великомученика и победоносца Георгия был высшей военной наградой Российской империи. Орден имел четыре степени. За всю историю Георгиевский крест первой степени получили 25 человек. Но лишь четверо стали его полными кавалерами, то есть награжденными всеми четырьмя степенями. Кроме Кутузова ими стали генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклай де Толли, генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич-Забалканский. Все четверо – участники Отечественной войны 1812 года. 12 декабря, на следующий день после прибытия в Вильно, император Александр праздновал день своего рождения. Именем Божьим нужно идти за Неман, чтобы атаковать остатки войск Наполеона. Освободить Германию и всю Европу. Установить мир во славу России. Порабощенные Бонапартом народы видят в нас надежду. Так неужто мы отвергнем руку, просящую о помощи? Ваше Величество, успехи нашей армии были сопряжены с большими потерями. Нет сомнения, мы должны помогать союзникам. Но для формирования войска потребуется время. А что думает генерал Ермолов? Ваше Величество, силы наши невелики. Но у француза они вовсе иссякли. Если медлить, мы укрепим не только свою армию, но и позволим это сделать неприятелю. Француз, Ваше Величество, сейчас слаб. Вперед, только вперед! Ваше Величество, главная армия, прибывая в беспрестанном движении от Москвы до здешних мест,
на пространстве почти в 1000 верст, несколько расстроилась. Число ее приметно уменьшилось, и люди пришли в изнурение. Многие отстали. Я положил дать отдых здесь, главной армии. Никогда еще время не было так дорого для нас, как при теперешних обстоятельствах. И потому ничто не может остановить войска, преследующие неприятеля, ни на самое короткое время. Они никогда не были единомышленниками. Они оба помнили 1805 год и сражение под Аустерлицем. Тогда молодой император вынудил своего полководца принять сражение, которого тот не хотел. Сейчас они были правы каждый по-своему. Один справедливо полагал, что нужно напрячь последние силы, но добить врага. Другой не менее справедливо опасался, что этих сил просто не хватит. Тогда под Аустерлицем старик оказался прав. Битва закончилась разгромом и позором. Что будет теперь? Легче переманить союзники Пруссию с Австрией, чем заставить этого старика делать то, что ему делать не хочется. Он думает, мне всемирной славы хочется достичь этой войной. Да ведь другого случая добить Бонапарта не случится. Через год он будет сильнее, чем был. Сейчас или никогда. Князь Кутузов беспокоится об армии. Сил мало, продовольствия нет. Князю лучше меня известно, что если сейчас не добить врага, завтра он будет стоять у ворот Москвы. Кто это сделает, если не мы? Кто? Если Пруссия и Австрия к нам присоединятся, надо бы выступать. Суди меня, Бог. Распорядитесь о написании манифеста и приказа по армии. Выступаем. Немедля. Все, братцы, конец войне. Это я вам точно говорю. Чего это ты взял? Вот доказательства. Старые сапоги истоптал. Если бы вы знали, где я в них только не был. При Фридланде, под Красным, на поле Бородинском, у Малоярославца. А теперь конец войне. Так а для старых сапог конец войны, а для новых только начало. Йоу, типун тебе на язык. Не, братцы, в этих я только домой. Устал я. Устал. В России был слаб, а мы сильны, потому что мы за свою землю сражались, потому и победили. Через 2 месяца у Бонапарта будет новая армия, и нам с ней воевать не под Москвой, а под Берлином, да под Парижем. Почитай, 1000 верст прошли от Вильны до Москвы, да 1000 обратно, сколько мук выпало отечеству, скольких потеряли, сколько, ведь мы свою землю защищали. А тут за что? Умирать будет русский солдат. За Пруссию да Саксонию. За что? Здорово, служивые. Погреться пустите? Заходи, ваше благородие. Огонек общественный. Хорошо. Французы? О. Да, вот прибились. Не знаем, что с ними делать. Чё? Французы? А Бонапартия видали? Все как Бонапартий. Чем не император? Мили-мили, Емеля. А вот мы сейчас проверим. Ну, Самойлов. А ну, мусьё. Что это у вас? Это чья-то прошлая жизнь. Мои сапоги. Да нет, вот это... Так.
Так. А, это? Под сугробом наш. А ну, казаки, поднимите. Все, Самойлов, конец твоей ловли! Как это? Граница Российской империи! Нет больше Бонапартия в России! Все! Ура! 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 И откуда ты взялся на мою голову? Ура! В январе 1813 года русская армия достигла границ империи. 6 января, в канун православного Рождества, в Вильно звучали колокола. В войсках был зачитан царский манифест об изгнании неприятелей из пределов России. В нем же говорилось о необходимости преследовать врага до полной победы. 13 января главная армия Кутузова тремя колоннами перешла через Неман. Так начался исторический заграничный поход русской армии, названный позднее освобождением Европы. Ваше Величество, он ждет вас у разъезда. Не хотел, чтобы меня видели, Ваше Величество, и потому прошу простить. Здесь все. Русский король тайно покинул оккупированный французами Берлин. Есть негласный приказ не препятствовать русской армии. Полагаю, Пруссия у вас в кармане. А что Англия? 4 миллиона рублей Пруссии, если та вступит в Союз. 6 миллионов России. 8. Простите, Ваше Величество. России 8 миллионов рублей. Дадут 8. И еще. Император прибыл в Париж. Известный вам источник полагает, что через месяц у него будет 200 тысяч солдат. А вы? Я полагаю, больше. Много больше. Ваше Величество, надо бы спешить. Русские части генерала Витгенштейна вступили в Пруссию и без боя заняли Кёнигсберг. 26 января взята Варшава, а затем и все герцогство Варшавское. Французская линия обороны по реке Висла была полностью уничтожена. 9 февраля Пруссия объявила всеобщую мобилизацию, подписала союзнический договор с Россией, и 120-тысячная прусская армия присоединилась к русским войскам. Остатки французских войск под командованием Евгения Багарне пытались сдержать этот натиск, но были вынуждены отойти за реку Одер. 20 февраля генерал-адъютант Чернышов занял Берлин, а через неделю сюда вступили главные силы Витгенштейна. Вскоре Багарне отступил уже за Эльбу. Немцы встречали русских как избавителей. В городе Миличи жители кричали Кутузову: «Виват дер гроссе Альте! Виват унзер гроссватер Кутузов! Виват великий старец! Виват наш дедушка Кутузов!» Прусский король пожаловал ему орден Черного Орла, табакерку за 20 тысяч рублей и обещал пожаловать имение в Пруссии. Эти быстрые успехи союзников возбуждали столь радужные надежды, что даже высокопоставленные генералы настаивали на немедленном наступлении дальше и дальше, за Эльбу. Казалось, что победа уже близко. Прошу,
Все готово, ваша светлость? Да тьфу на тебя! Не ожидал резкого появления. Легкая, самая легкая работа – идти теперь за Эльбу. Но как воротимся? С рылом в крови. Дай хоть передохнуть часок. Занемело уже все. Готовьтесь к походу. Самойлов! Я! А ты своего императора не потерял? Никак нет, ваше благородие. Тогда выступаем. Хотел было бросить, да им его персоной орехи колоть шибко сподручно. Сгодится еще, топереча изловим супостата. А чего его ловить? Он скоро самолично к нам пожалует. Быстро по коням! Есть! Наполеон прибыл в Париж еще 18 декабря 1812 года и сразу принялся за формирование новой армии. Во все концы империи летели приказы о проведении нового рекрутского набора. В армию были взяты 140 тысяч юношей, подлежащих призыву лишь в 1813 году. За юные безусые лица этих 18-летних солдат называли Марией Луизы, намекая на сходство с молодой императрицей. Призывали даже стариков и инвалидов. По французским законам, состоятельные граждане могли воспользоваться системой заместительства, то есть попросту откупиться от армии, выставив вместо себя заместителя из бедноты. На бедняков и падала вся тяжесть военной службы. С 1800 по 1815 годы на военную службу было призвано 3 миллиона 153 тысячи французов, не считая такого же количества солдат во вспомогательных и иностранных корпусах. Солдат призывали на 7 лет, но всячески поощрялась сверхсрочная служба. Таким образом, в армии формировалась прослойка солдат-ветеранов, которые пользовались многочисленными материальными привилегиями. Они учили новобранцев и становились их командирами. Из их числа формировалась и императорская гвардия, самый последний и самый надежный резерв армии. Это казалось просто невероятным. Прошло всего 4 месяца после бегства Наполеона из России. Еще в декабре император Франции выводил жалкие остатки своих войск по заснеженным русским лесам, а уже в апреле он стоял во главе 200-тысячной армии, число которой к осени составило 500 тысяч человек. Этой новой, слабо обученной армии предстояло отразить наступление русских войск. Но они верили в победу. С ними был их император. Несгибаемый, неукротимый, лучший полководец из когда-либо рожденных. К этому времени русские войска вошли в город Бунслау в Пруссии. 5 апреля туда прибыл главнокомандующий генерал-фельдмаршал Кутузов. 68-летний старик был болен. Принесите-ка чаю. Нет, нет, не надо, не надо чая. Не надо. Фельдмаршал умирал. Ты лучше, голубчик, принеси мне. Он принял присягу еще при императрице Елизавете 14-летним мальчиком. Служил Петру Третьему, императрице Екатерине Великой, ее сыну Павлу и сыну Павла Александру. Он был царедворцем, и ему приходилось порой льстить, лукавить и угождать. Но он всегда оставался солдатом. Это он уничтожил турецкий десант в Алуште, когда вражеская пуля, пробив ему левый висок, вышла на вылет у правого глаза. Как он смог выжить тогда?
Это он вел солдат 6-й колонны на штурм Измаила. Когда Кутузов послал Суворову известие о невозможности удержать позицию, тот ответил, что уже отправил донесение о взятии крепости. И Кутузов взял Измаил. Здесь вторая турецкая пуля пробила ему голову, в точности повторив траекторию той, первой. И вновь судьба сохранила его. Когда в 1811 году бесконечная война с Турцией зашла в тупик, он стал во главе армии и всего через 3 месяца одержал победу над врагом, который в 3 раза превышал численность его войск. Это его разгромил Наполеон под Аустерлицем. Но через 7 лет он сам нанес Бонапарту смертельный удар под Бородино, а затем гнал его до самой границы России, пока последний из захватчиков не покинул ее пределы. Его обвиняли в том, что он предпочитает деньги орденам, но у него было 5 любимых дочерей, и семье требовались средства. Его обвиняли в слабости к женскому полу, но он любил только свою жену. Супруга получала от него больше писем, чем император донесений из армии. Александр I сам брал эти письма у почтовой службы, садился в карету и вез их домой к Екатерине Ильиничне. А та читала их вслух государю о его здоровье, о делах в штабе, о настроениях в войсках. Такова была его жизнь в походах и письмах домой. Этого нового похода он не хотел и понимал, что никогда не узнает, чем кончится эта война. 15 апреля 1813 года французский император Наполеон выехал из Парижа в армию. А на следующий день, в 1200 километрах от столицы Франции, в городе Бунцлау, ныне Болеславец, Польша, скончался главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал, полный кавалер ордена Святого Георгия, светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Война вступала в самую решительную фазу. Французская армия была восстановлена, и Наполеон сам стоял во главе войск. Его авторитет, опыт и военный талант многократно усиливали силу французов. В то же самое время русская армия осталась без своего вождя. Кто займет место Кутузова? Кто возглавит поход? Вот главный вопрос, который вновь стоял перед императором Александром. В русском штабе, как и в 1812 году, кипели споры. Тогда они привели к пожару Москвы. А что будет теперь? И Александр принял решение. Главнокомандующим русско-прусской армией был назначен Петр Христианович Витгенштейн. Витгенштейн Петр Христианович, генерал-фельдмаршал. В начале войны 1812 года возглавил корпус, перекрывая французам дорогу на Санкт-Петербург, и успешно справился с этой задачей. В боях 2 раза ранен. Во время отступления Наполеона вместе с войсками адмирала Чичагова получил приказ перехватить французов на Березине, но действовал крайне нерешительно. Общественное мнение возложило вину за прорыв Наполеона только на Чичагова. Витгенштейн со славой спасителя Петербурга остался вне критики. Пожалуй, эта слава спасителя столицы и стала аргументом для Александра. Солдаты знали Витгенштейна как смелого человека и уважали его. Но, тем не менее, этот выбор многих удивил. Русские генералы негодовали о засилии в русском штабе немцев. Многие считали, что Витгенштейн, пусть храбрый и решительный генерал, не имеет ни опыта управления армией, ни достаточного авторитета в войсках. Но другого Кутузова в русской армии не было. Алёша! Астерман Толстой Александр Иванович. Генерал от инфантерии. Участник штурма Измаила и всех кампаний против Наполеона. Герой сражения при Островно. При Бородино был контужен, но через несколько дней вернулся в строй. На совете в Филях высказался за оставление Москвы, заявив: «Москва не составляет России».
Филиппу Паулуччи, французскому генералу на русской службе, он как-то сказал: «Для вас Россия – мундир. Вы его надели и снимите, когда захотите. А для меня Россия – кожа». Жив-здоров, как видишь. А ты нынче куда? Я в штаб, брата иду выручать. Так я тоже туда, новому командующему? Да, новее не бывает. С этой войной, знаешь, уже не понимаешь, за кого воюешь. Это помнишь Давыдова? Ну, Дениса, кузена моего. Да кто ж его не знает? Подошел Давыдов к Дрездену и говорит: «Гутен так. Спалю город к чертовой матери, если не сдадите». Да ну. Представь себе, это с таким-то отрядом. Да вон Карпов все видел. Карпов! Я. Расскажи, как было-то. Ну как, ваше благородие? Он бургомистру пригрозил, да. Тот к караульному, ну, да, мало в портки не наложил, ну то да сё. И французы решили сдать город без единого выстрела. Мы уже в предместье вошли. Ну а дальше-то что? А что дальше-то? У Давыдова командир немец из немцев. Ну, да. Винцингероди. Винцингероди. Дескать, Давыдов взял город без приказа. И теперь Давыдов за подвиг награжден домашним арестом. Его отряд расформирован. Так это черт знает что. Того и гляди, немец попрет Давыдова из армии. Сашка, доведут нас эти инцидент. Господи, язык можно сломать. Наполеон на пороге, а тут Карпов! Союзные войска располагались между Альтенбургом и Лейпцигом. Наполеон в это время двигался к Лейпцигу, где его ожидал генерал Покарне. Витгенштейн решил атаковать колонны Наполеона у города Люцен, пока те находились на марше. Но весь этот замысел был исполнен вяло и неумело. Наполеон сумел отразить этот удар и, стянув силы, перешел в контрнаступление. Союзники потеряли до 10 тысяч солдат. И хотя французские потери оказались в два раза выше, обескураженный неудачей Витгенштейн решил отступить. Куда? Деревню. В Лукьянчиково к черту на рога от этого бардака. Да помните. Ты слышал? Оказывается, это я виноват. Господи, прости, слов нету. Они карту глядели. Там овраги да ручьи. Вот тебе результат. Снят с должности, иду гвардейской дивизии командовать. Эх, Михаил Илларионович. А я-то дурак насмехался над стариком. 8 мая русские уже переправлялись обратно за Эльбу. Сбывались самые мрачные прогнозы Кутузова. 12 мая у города Баутсен произошло новое сражение. Позиция союзников была прекрасно укреплена самой природой. Наполеон имел 143 тысячи солдат против 93 тысяч. Эта битва дала тот же результат. Потери французов были в полтора раза выше. Но союзные войска снова и снова отступали под натиском Наполеона. Русские отходили в полном порядке. Приказывайте отход. Слушаюсь. Наполеон под пушечным огнем сам водил войска в бой. Но арьергард Ермолова постоянно давал отпор. Несмотря на победы, французам не удалось захватить ни одного пленного. Наполеон был крайне раздражен отсутствием трофеев. Нет пленных. Как после такой резни и никакого результата? Эти люди решили не оставить мне ни одного гвоздя. Но второе поражение подряд вынуждало Александра задуматься о смене главнокомандующего. В 17 мая им был назначен Барклай де Толли. Русская армия продолжала отступление, но и положение Наполеона становилось незавидным. Ну, поглядим, каково оно теперь будет с новым старым Барклаем. Он видел, что еще несколько таких побед, как Люцен и Баутсен, и его новая армия просто перестанет существовать. Потери от дезертирства и болезней были даже выше, чем от боев. Снабжение французских войск было скверным, и все их пропитание зависело от грабежа местного населения. Стремясь выиграть время, Наполеон согласился на перемирие, которое продлилось 2 месяца. За это время к союзу против Наполеона присоединилась Австрия. Кроме того, союзники получали огромную денежную субсидию от Англии. Пруссия – 4 миллиона рублей, Россия – 8 миллионов. Верная себе Англия по-прежнему стремилась воевать золотом. Après
После поражения никогда не заключайте этих перемирий. В них вся его сила. Моро Жан Виктор считался одним из самых талантливых генералов Французской Республики. Однако Наполеон, видевший в Моро соперника, обвинил его в участии в заговоре. Генерал был приговорен к тюремному заключению, которое император заменил изгнанием. Несколько лет прожил в Северной Америке. В 1813 году по приглашению русского царя прибыл в расположение русской армии. Моро не поступил на службу в русскую армию. Он лишь согласился помочь Александру советами, как человек, хорошо знавший Наполеона. Избегайте сражений с теми войсками, которыми командует сам император. Атакуйте лишь его маршалов. Но время перемирия уже заканчивалось. Война начиналась вновь. И теперь перевес, хотя и небольшой, был на стороне антифранцузской коалиции. А ну слазь с коня, да без глупостей. Трофим, пошарь-ка у него по карманам. Сейчас. Ну, стоять. Вашу шпагу. Повернитесь. Кто таков? Так бы сразу и сказал.